Ты слишком далеко зашел. Я мирился с твоим приказом, но я не буду стоять в стороне и смотреть, как ты безнаказанно убиваешь моего кровного. А кто знал? Кто знал-то, лысый? Фига себе. Сука, предал. Вот так вот. Авэ, вы смотрите Перпетус Плей. Меня зовут Саша, а это Средиземье. Война в Мордоре. Жесткая, бескомпромиссная, в которой всегда умирает Талион. Ну, не всегда, но часто. Чаще других. Так, давайте-ка пойдем по основному заданию, а потом уже посмотрим, кого-нибудь еще добавим себе в армию. Итак, глаза короля-чародея. Пользуясь палантиром, Назгулы найдут вас в любом уголке Мордора. Встретитесь с Эльтриэлью, чтобы справиться с этой угрозой. Справимся с этой угрозой. А еще это очень неплохой способ немножко поднабрать опыта, чтобы не приходилось всех орков позорить прям. Хотя неплохо было бы посмотреть, как они сходят с ума от позора. А ты сойдешь с ума от позора? Нет. Тебя мы и позорить-то не будем. Все. Ну перестаньте, ё-моё. Да, видишь, вот через тебя даже перепрыгнули. А вот этого сейчас надо взять под контроль. Ну что он может что-то рассказать нам дельное. Например, о вот этом дяде. О, какой дядя, большой. Че он там уязвим для казни? Все большие уязвимы для казни, что ли? Ну хорошо. Чай будет потом как-нибудь, может быть, его и захватим. Блин. Итак. Нет, отвали, пожалуйста. У меня дела. Так, ну что ж, понеслась. 7500 опыта дадут. Я так понимаю, мы сразу же набьем следующий уровень. Дофига здесь опыт дают. Пока что. Раны чистые, оружие в ножнах. Похоже, это дело рук Эльтриэль. Похоже на то. А что там у него? Надо найти ее, пока она не свалила нахрен. Кстати, то что, я здесь был и не взял этот красный самоцвет? Надо же. Так, ускоряемся, Талион. Ты что, ты медленно бегаешь сегодня. А Эльтриэль как-то быстро. О, так она тут с Назгулами рубится. Молодец. Если вы искали призраков кольца, вы опоздали. Но перед моей атакой он говорил с орком, который был не похож на других. Да не все не похожи. Но очень многие из них. Допросить червей. Скрытно подчинить лучников. Сейчас сделаем. Тихо, Эльтриэль, ты нет, самое, не пали контору только. Нам надо лучников. Блин, а не, может. О. Скрытно подчинить лучников. Спокуха. Сейчас подчиним, это первый будет. Окей, один есть в копилку наших скрытно подчиненных. Там опасно сюда прыгать или нет? По идее, нормуль. Тихо. Эльтриэль там что-то еще делает. Она меня немножко напрягает, потому что я не знаю, что она делает. О, так тут вас двое, оказывается. Окей. И того мы успеем починить, да? По-моему, сейчас он будет стрелять по Эльтриэль, да? А тот заметил нас, да? Заметил. Ладно, так умри же ты. Я не попал ему в голову, но он помер. Итак, допросить червей. Допросить червей. Начнем с этого допрашивать. А давай-ка его с вышки прям допросишь, нет? Допросишь, молодец. Что это за особые орки, с которыми говорят Назгулы? Мутанты, что ли? Их называют избранными. Уж не знаю, для чего они избраны. Ну ладно. О, так ты его сразу и себе под контроль? Хорошо. А тут надо бы еще одного под контроль взять. Какого-то. Где он тут ходит? Вот этот, что ли? А наверх запрыгнешь? Талион, ну как-то. Во.
Давай. Это как-то Титалион вообще, я не знаю. Очень странно. Ладно. Да что ты... Хорошо, окей, это так не работает. Он тут... зря они сделали на одну и ту же кнопку. Подчинять его и падать вниз. Ну такое. Ладно, так, где тут черви? Червей-то надо подчинять, а не обычное фуфло. Давай на вышку. Там уже кто-то стреляет, что ли? Фигня какая-то. Так, сейчас до червя допрыгнем, да? Талион, или нет? Хорошо, что он может сменить траекторию во время полета. Итак, ну это было не скрытно, да и пофигу. А, червь, ты! Подожди, подожди, подожди меня так рубенить. А я думал, червь этот... Слушай, ну ты гадина-говядина такая. Что ж ты делаешь-то, а? Его надо как-то отметелить сначала или что? Да нет. Просто какой-то херов, блин. Для чего нужны избранные? Захватить Хидиры, это как-то связано с видящим камнем. Больше я ничего не знаю. Ну ладно. Смотри, прощаю тебе, что ты меня порубил немножко. Так, а мне не нравится, что ты такой дерзкий. Ну. Мужик, отойди, я же сейчас тебя порежу. Серьезно. Не-не-не-не. Талион. Ой, эта проблема у меня извечная. Талион будет убивать случайно. Случайно убивать всех орков, которые попадаются ему на пути. Так. Да-да-да-да-да. Угу. Я не заметил, что он здесь. Что открыли Хидира? Это знают только визгуны. Избранные убивают всех, кто подходит близко. Ну ладно. Смотри мне. Ой, а тебя мы давай пристрелим, а? Открылся. Взял и открылся. Так, еще один. Как он хорошо червеет-то быстро. Они типа слабохарактерные какие-то. Избранные. Откуда они взялись? Визгуны создают их с помощью какого-то ритуала. Очень секретного. Я не знаю где. Что ж вы каждый знаете по одной фразе, а? Что ж такое-то? Кстати, тут у нас фишка. Подожди, не тренди. Да, блин. Вот. Надо же насобирать-то все. А тут есть что-то еще поблизости? Нету? Вроде нет. Ладно, продолжаем допрашивать. Продолжаем. Лучника взять под свой контроль, что ли? Видел, да? Молодец. Что видел? А вот теперь он смог. Надо же. А тогда я жал ей, ни хрена не получалось. Ну, лады, лады. Талион живет своей жизнью на самом деле. У него всегда так было. Не ожидал? Два раза его, что ли? Где проводит ритуал создания избранных? Этого никто не знает. Визгуны отправляют червя выбранному капитану, чтобы сказать, куда идти. Опу. В опу идти просто. Так, спокойно. Расслабился. Ну ты думаешь, ты меня попадешь, что ли? Нет, ну в принципе может. Чем больше информации мы знаем, тем лучше. Так, добраться до Эль-Тариэли. Добираемся. Это уж без проблем. На самом деле, стелсовые миссии здесь стали значительно проще, по-моему. Или это я помню механики игры, они не сильно изменились, но тем не менее. Реально просто. А тогда это был мой просто бич. Эти стелсовые миссии. А Эль-Тариэль здесь сидела все это время, и, наверное, надо было ей какие-то задания там давать, но я на нее забил вообще. Талион одиночка. Он всегда был одиночкой. Эль! Тариэль. Ну да.
Я его мог себе починить. Ты посмотри, какой бронявый. Ну, коза ты, блин. Принесли твои гонцы. Король чародей разыскивает, в общем, каких-то орков. С ними область обзора. Их хранят орки, именуемые избранными. Пусть палантир достался врагу, но сами хидиры уязвимые. Итак, нам известен их план. И теперь мы его сорвем. Ну, естественно. Ну, попытаемся. Отлично. Получено очко навыков. Естественно. Копеечек даже немножко дополнительных заработали. Так, давай распределим. Что там? Сюда. Зверская агрессия. Мощь каждого можно зарядить дважды. Что позволяет выполнять зверские казни, при виде которой враги бегут в ужасе. Ну, в принципе, это удобно. Может быть, даже попользуемся. А может быть и нет. Так, я же хотел попробовать с этим дядькой. Последним, которого, собственно, узнали. Попробуем захватить его, что ли? Тем более, он 11 уровня. Должны взять. А могу ли я сразу до него добраться-то вообще? Могу. И он тут достаточно недалеко и обретается. Сейчас, кстати, еще одного червя надо взять в оборот. Спокойно! А, блин, это не ты. Прикинь, это не ты. Ребят, отвалите, пожалуйста. У меня тут это... Дела! Чего, кстати, Талион взрывает этим головы? Если можно починять сразу. Так... Мазу, пожиратель снов. Мазут, а ты мне нравишься? Слушай, боится гореть заживо, слабый на голову. Что это значит? Слабый на голову. Его ошеломляет, если он получает выстрел в голову. Ну что же, удобно. Попробуем слабого на голову взять. А это... Нет, теперь не взрываешь головы. Ну хорош, молодец. А раньше взрывал беспощадно. Так, стой! Интересно, а если я его подчиню? Если я его подчиню, копеечка мне перейдет или нет? Мне вот просто интересно. Спокойно! Полежи пока. Я же убью тебя случайно. На. Нет! Где тут с копеечкой? Мне надо, чтобы он выжил. Спокойно! Блин! Вот я же говорил, Талион просто психопат. Убивает всех, кого мне нужно сберечь. Я вообще не хотел этого. Серьезно. Ты побудешь на моей стороне, а? Да ладно. Кривляясь-то он. Здесь мне еще. Так. А что, все большие возле этой арены, что ли? Трутся. Мы должны его взять. Итак. Рядом проводит казнь, и вскоре, возможно, состоится еще одна. Возможно. Надо чуть ближе подойти, да? Ладно. Не успел заметить. А это какие-то дерьмовые орки, да? Тихо! Ну да. Что ты там машешь? Он тебя порежет. Что, с одного удара зарубил? Критически, что ли? Так, побежали. Надо же найти. Идти по следу, чтобы найти орка по имени Аз-Агур Недоверчивый. Огурец Недоверчивый, короче. Моим будешь, все. Тихо! Понял? И ты тоже моим будешь. Так, мне так нравится, что ребята теперь могут за меня еще более-менее нормально биться. Так, что ж ты петляешь-то так, а? Кто так... Ага, сюда, да? А здесь куча червей, которых бы неплохо было бы допросить. Так, победить? Победить. Это не настоящий бой, всего лишь испытание, подстроенное назгулами. Ты служишь им. Я знаю. У тебя зубы зеленые. Уязвим для казни. Да-да-да. Хорошо. Подожди секундочку. Мне бы кого-нибудь здесь своим сделать. И это нам поможет, если его не убьют с первого удара.
Так, ребята, как насчет взрыва, а? Толян отгреб, но не сильно. На. Так, а ну-ка из... Ну вот урод, а? Какую-то хрень бросил и сбил удар. Хрен знает, что он сделал. Угу. Главное, что Толян не улетает. Вниз, почему-то полностью. Угу. Я его казню когда-нибудь или нет? А такая была возможность. Да блин, ни хрена здесь не видно. Ладно. Чувствую, без этой фигни на Е не обойтись. Ну что, Е? Нет. Ну? Повезло, что он такой высокий. И ни хрена... Непонятно, где у него Е, где у него... Ну ты, блин, просто олень какой-то, а? А, так его берет. А я и не рассчитывал. Еще и оглушает. Угу. Какие они крепкие, а? Особенно если не казнить. О, 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 понеслась! Талион, это наш шанс! Хренов Азад. Агул какой-то там. Разгульный Азад. Тихо, спокойно. Стоять. А, сломлен, все. Тихо, 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 ломай его. Талион, ломай его. А что ты делаешь, Талион? Мне вообще не нравится, что ты придумал. Отпускай его нахрен. Ты задолбал. Вот как не надо, так он запрыгивает. Ну? Я не знаю, что творится. Это был неподконтрольный нам какой-то... А почему? Почему ты не захватываешь его, Талион? Что произошло с тобой, а? Я не знаю, что это было. Явно какая-то хрень. Итак, завербовать. Мне нужны большие ребята. Ты будешь сражаться на стороне Светлого Властелина, и я ничего не знаю, короче. Я служу тебе, Светлый Властелин. Изгнать, исключить из армии, отпустить, остаться и сражаться. Я не знаю, отпустить-то на... вот сейчас, просто чтобы он валил куда-то? Или что? Хрен знает, сражайся. Давай, да. Так, тут еще какая-то фигня. Под нами где-то? Здесь, что ли? Ага. Да. Так, отлично. Еще один наш. Наверное, стоит... Тут у тебя объявился еще один прихлебатель. Скоро сколотишь себе настоящую армию. Но только помни, армии нужны приказы. И я могу сказать тебе, какой приказ самый любимый убивать. Прикажи своему новому стороннику выпустить кишки какому-нибудь болвану. Тем временем сможешь выпустить кишки кому-нибудь другому. И не забывай, что у каждого есть свое слабое место. Если гад боится огня, нет ничего веселее, чем натравить на него бойца с горящим оружием. Как он будет кричать? Заслушаешься. А, прикольно, да, я согласен с тобой. Итак, управление капитанами и повышение их уровня. Откройте меню армии, чтобы приказать своему стороннику убить вражеского капитана. Если ваш сторонник успешно выполнит свое задание, он получит новый уровень и станет сильнее. Уровень ваших сторонников может повышаться вплоть до вашего уровня, но не больше. Понял. Хорошо. Ну что там? Мы залипли? Нет. Итак, выберите сторонника. Выбираю вот этого. Наверное. Хочу его повысить все-таки. А за гол. 14 уровень, 15, 9. Это мой, не мой? Наверное, не мой. Моих видно, да? Они с лапами на верхушках. Ну давай вот завали его. Или что он там делает? Я не могу сейчас посмотреть, что он там делает, да? Ладно. Итак, отправьте туда сторонника по имени Азадгул, недоверчивый устроить засаду на капитана, сражающего с заклятым врагом. Но подтверждаю задание. Подобно заданиям заклятых врагов, задания сторонников действуют в течение ограниченного срока. Когда счетчик по заданиям доходит до нуля, оно автоматически завершается. Ваш сторонник попробует сам выполнить это задание, но вы можете отправиться вместе с ним и помочь ему. В случае успеха у него повысится уровень.
А что там с подробностями у него? Давай отправимся вместе с ним, хорошо? Новая цель. Когда я прибегу туда, он типа там уже будет, да, или что? Осталось ходу. Лады, лады, давай посмотрим. Это слабак, поэтому мне его не жаль. Постигаем механику. Кого ты валишь-то? Кого ты валишь? Куда полез? Куда побежал? Так, 1000 футов, ну ладно. Добежим как-нибудь. Кстати, неплохо бы стрел взять. Где они тут? А, ладно, хрен с ним. Там впереди он еще есть. Тут звуки странные какие-то. А еще надо бы допросить кого-то здесь, да? На вышке. Нет. А где ж? А-а, давай. Окей, что ты нам скажешь? Ну, раз ты один тут остался, давай я тебе. Какой Чингисхан практически. Фатально вкусный для зверей. Таких не берут в нашу армию. Фатально вкусный. Потому что мало ли что случиться с ним может. Да-да-да. Это рейнджер, все дела. Рейнджер убегает с такой скоростью, что ни один орк его не догонит. Кроме вот этого. Это... Ну, блин! Ты заметил, что ли, меня? Сейчас в спину ударит. Сейчас в спину ударит. Вот! Успел? Не успел. Ладно, не успел, так не успел. Ну и фиг с вами. В следующий раз. Талион, он такой. Любопытному Тарку на базаре все-то тебе надо знать. Все гадости, все пакости, все самое интересное. А мы только тебя раскрыли. Фатально болезненный. Что это значит? Его можно мгновенно убить ядом. А у меня яда-то нигде нету. Ладно, живи пока. Мы потом кого-нибудь к тебе отправим. Убивать тебя. Не всех же Талиона убивать. А, карагоры проснулись. Молодцы. Не спят. А может и спят, но не успеют нас взять. Так, охота на карагоров. Ишмоз. Алчущий крови. Алчущий. Да капец какой. А его по-любому надо убивать. С таким именем я же язык сломаю. Возглавляет охоту на карагоров. Награда 990 опыта. Ну давай начнем. В засаде один. Это вот этот вот, которого мы отправили, лысенький. Это какие-то дикие карагоры, да? Не высовывайтесь, парни, будьте готовы. Ты! Готовься к бою, Ишмоз! Готовься к бою и смерти! Пол. Пол тебе, короче. А мне надо убивать карагоров тем временем. Так, дополнительная задача что? Скрытно убить... Убить орка по имени Ишмоз с крови, пока он не убил карагоров. Хрен знает. Скрытно тут не получится убить его. Потому что у меня стрелы закончились. Зараза. Хотя тут есть немножко, да? Где они? Вот тут. Я не понял только, кого скрытно убить? Все? Но скрытно не удалось. Ну, слишком слабацкий какой-то попался нам. Ты, говорит, умрешь? Ишмоз помер. В общем. Опыта совсем фигню дали, ну, понятно. Дополнительное здание не выполнено, потому что я даже не знаю, как можно было тут скрытно убить, когда тут куча народу было везде. Ну, боевые сводки. Что, поднялся наш пацан? Что-то не очень поднялся. А этот что поднялся? Вообще неизвестно. Новые неизвестные капитаны. Ладно. Так, давай-ка натравим тебя на кого-нибудь покрепче. Например, вот на этого. Так, ты... Иди и убей вот этого. Да. Отдаем приказ. Какой-то этот вообще никакой был. Да я еще его отстрелил полжизни, конечно. Интересно просто, что нужно этому кренделю, чтобы он поднялся? Где его уровень-то вообще, а?
Фиг знает. Наверное, тот был слишком слабацкий, да? Наверное. Посмотрим, короче, назначаю тебя целью. И сейчас посмотрим, что будет с тобой. Нет, ползи наверх, Талион, ползи наверх. Нам надо наверх, он тут вот недалеко, да? Талион, да ты умеешь на одном месте бегать? Хотя Талион... Ого, 2000! Талион умеет не только на одном месте бегать, но и одним местом бегать умеет. Блин, набежать-то ядрить. Ну отсюда, по идее, ближе всего будет. Побежали, что ж делать-то? А вдруг наш пацан придет, а меня там нету? А ему жопу порвут, если что. Я расстроюсь. Ух ты! Тролли! Так вот тут тролль! А я могу тролля захватывать? Троллю тролльную. Что-то ты не то сделал, Талион, что я хотел. И тебя сейчас, по-моему, умертвят наглухо. А тролли друг с дружкой еще рубятся или как? Вообще-то я думал, он на тролля нацелен, но нет. Оказалось, не тут-то было. Да, они с друг другом фигачатся. Причем обычный тролль или это какой-то морозный? Надо его добить тоже до этого самого, до предела? До какого-то? Или нет? Скрытно подчинить. Все, его убили, да? Ну круто, круто, что, ребят? Что я могу сделать, а? На тебе. Просто убьем тебя и все. Ваш говорю. Не получилось, не получилось. Тут какая-то мясорубка была тролльная, поэтому... Увы. Ладно, побежали на дело. У нас дело не ждет. Жизни мало, но ничего, она же будет полная, да? 1000 футов – это уже другое дело. Побежали, да, Леон? Сердечко колотится. Прям жалко его. Бедного. Ребята! А ладно. Ладно, ладно. Я думал там что-то такое сделать. Там верфь какая-то. Прикольно. О! Привет! Да-да-да-да-да, я убегаю, все. На 3-й скорости вы меня хрен догоните. Серьезно, ребят. Перестаньте. Даже не надо и пробовать. Что это за хрень? Палатка их. Что ли? А вот такой вот шум. Так, наконец-то. Начать задание. Аз-Агур недоверчивый проводит набег за припасами орка по имени Мазу. Ясноглаз. Ух ты, ясноглазка-то, а. Начать задание. Вот этот крепче же должен быть, да? Сейчас и припасы у него отожмем, а? Никто не получит эти припасы без моего разрешения, а чтобы получить его, придется быть очень убедительным. Ровно настолько, чтобы тебя убить? Вот этот дядя выглядит очень убедительным, по-моему. Я знаю, что вам, как и мне, не терпится делить добычу. Но сперва потрудитесь перебить охрану. То, что он на карачках ходит, это вообще ничего не меняет. Перебить охрану, да? Дядь, а ты ясноглазый... Ясноглазенький, подбегай сюда. Ты взорвешься, как дети в школу просто. А, ты и там можешь взорваться, да? Есть, отлично. Враг сломлен. Дать ему добить его или как? Подчинить вражеских солдат. Да пофигу. Это было дополнительное здание. Итак, я рассчитываю, что он сейчас поднимется. На один уровень выше. Аз наш. Аз есть. Ага. Это понятно. А сводки боевые, сводки, сводки. Ну? Нет. Он такой крутой, что ли? Или я что-то делал не так? Че он ни хрена не повышает уровень свой? Можно троить его на какого-то кадра посильнее? 14 уровня, например. Или вот 13. Слушай, давай. 3-й шанс тебе даю, серьезно. Я прям не знаю даже.
Убить. Поджигатель Грога. Давай. Я как бы в этом деле еще новичок, поэтому разбираемся, ну. Мы тебя отметили? Вот теперь отметили, все. Так, а здесь же, кстати, еще приколы наши, да? Ребят, давайте долго не будем рассусоливать, да? Я думаю. А че вас так много здесь, а? Ну да, хрен здесь захватит. Так, нам нужен Грог. Нам нужен Грог, или что они тут бухают вообще? У меня ровно одна стрела, и этого должно хватить с лихвой. На этих пацанов, как минимум. Загорелся. Посмотрите, я его сразу потушил, надо же. А кто там? Так, а ну-ка призвать. Кого я там призвал вообще? Просто пацанов призвал? Немножко порубимся, что ли? О! А не, я призвал того парня, которого надо. Телохранителя нашего. Тихо! Так, зверское, что ли, сделать? Это было не изуверское. А нормальная здесь у нас войнушка идет, а? Че их тут так до хрена? Мне просто интересно. Не знаю. Так, сейчас положат, надо будет убегать. А стрелы-то кончились? Сука, стрелы-то кончились? На, на. Ну, все. Кажись, валим, да, Талион? Если удастся, конечно. Удалось. Или еще немножко постражаемся. А что с нашим телохранителем? Он живее всех живых вообще. Телохранитель, ты давай это самое, спасай меня, что ли. А то как-то что-то не очень телоохраняешь меня. Так! Чуть не убил. Нет! Талион, ну ты даешь. Ты чуть не прикончил своего телохранителя сраного? А телохранитель нам наваливает тоже. Я смотрю, он в долгу не остается-то, да? Чуть не убил, между прочим. Нет, все, надо брать эту хренотень, которая здесь валяется. Блин, давай, бери эту хрень и сваливаем. Все, я ж только хотел взять и все. Ё-моё, он с этой кровью хреновой задолбал уже, я просто даже не знаю. О, нет, подождите-ка, тут у нас меч оказалось. Нифига себе, а я и не заметил. О, ребята, а как насчет мне намутить где-нибудь стрел, а? Где тут стрелы есть? А тут есть стрелы. Где-то, где-то, где-то вот за этой хренью. Да? Нет? Что, на ней? А, на ней. Так, тихо! Спокойно. Ребятки, так тут у нас же как бы есть Грог. Мы же можем гульнуть напоследок, да? Давайте сюда все. Все ко мне. Хотя, блин, я же своего телохранителя сраного могу убить. Да что там уже посражаешься? Тут телохранитель до лампочки, да? Лады. Да все, пошел нафиг, зеленоглазый. Интересно, а сейчас отменится вот это здание? Или, может быть, он уже выполнит его? Наш крендель, который на здание пошел. Серьезно? Он пытается кого-то убить? Нифига себе, и даже сможет это сделать? Да ты поднялся? Слушайте, а? В принципе, такого кренделя надо себе в армию брать, наверное. Итак. А этот не дошел, да? Эти еще схлестнулись. Блин, ну ты даешь. А он только красавчик был. Я его хотел себе взять. В армию. Ну лады. Нет так нет. К сожалению. Так, Талион, где ты там воскрес? Где-то воскрес. Сколько бежать? 2000 футов. Да вы задолбали. 2500 футов постоянно. А, не, нормально. Все нормуль. Тут-то быстро будет добраться. Как минимум. Итак. Остается надеяться, что мой крендель поднимет себе уровень. Ой, не долетаешь, да? Чуть-чуть. Поднимет себе уровень вот хоть сейчас. Так, тут черви. Надо было посмотреть на самом деле, где... Нигде, а кто?
Вот это только что убил того красавчика нашего. Вот это же он здесь стоит. А, вот такой вот, да. На Карагоре у нас еще нету. Да ужаса боится гулей. Ну, а где же я тебе возьму гулей-то? Нет, значит нет, все. Ну, ты, короче, понял, да? Тебе амнец. Сейчас сломаем эту хреновину. Чисто ради опыта. Так, как ее ломать-то? Как тебя, сука, хреново говно ломать? Во. Они тут складывали, складывали, я пришел и все разрушил. Ну, вот такой вот талион. Сволочь. Тут еще какой-то есть, да? Подожди, а нам же сюда и надо было. Или где там? А, вон там. Все, хватит меня метелить, ребята. Серьезно. Потом, в следующий раз. Вот, сюда нам. Итак, понеслась. Поединок. И... короче, огурец наш. Против Боргу поджигателя Грога. Сошлись поединки. Ну что ж, начать. Дополнительное, может быть, надо задание выполнить, а? Я уже об этом подумал. А, тут они сразу меститься будут? Светлый Властелин приказал на тебя убить, брат. И я должен ему подчиниться. I must obey. Да? Такая фигня. Так, значит, ты собираешься понаделать во мне дыр только лишь потому, что тебя заставил этот глупый розовокожий. Ты жалок. Придется убить тебя. А потом и этого хренового светлого стена, да? Так, ребятки, вы, по-моему, здесь очень хорошо стали. Прям великолепно. Я думаю, стоит добить... Хотя нет, никого не стоит добивать. А что случилось, собственно? Я не понял. Убить убийствами выстрела в голову. Хорошо, выстрел в голову, так выстрел в голову. Сосредоточенность бы поднабрать, да? В смысле? Эта сволочь свалила, что ли? Суки, что же вы такие быстрые? Я не успеваю ни хрена сделать здесь. Сука, блин, а куда он делся? Его убили? Ты слишком далеко зашел. Я мирился с твоим приказом, но я не буду стоять в стороне и смотреть, как ты безнаказанно убиваешь моего кровного. А кто знал? Кто знал-то, лысый? Фига себе. Сука, предал. Уязвимый для казни. Да. Второй раз предал себя. Да ты гонишь, 19 уровня? Ну, круто, круто. Странный ты богур. Поджигатель херового говна. О, кстати, секундочку, ребят. Война войной! А никто эти хреновины, кроме меня, не заберет. Давай! Понятно. Ой, ну все. Вот это месиво, блин. Здесь еще и тролль нахрен. Ребят, вы не подохренели ли часом такой хреновой оравой на меня ломиться, а? Кстати, братва, тут же есть Грог. Если есть Грог, то надо его бухать срочно. Пс. Да блин, почему, Талион? Сука. Спокойно. Опаньки, как хорошо-то пошла. Так, найти свою цель и отметить ее. Зачем мне отмечать цель, когда у нас тут такая жопа? Местонахождение известно. Так мы еще добавили здесь орков. Они что, меня не видят, что ли, да? Последний раз тебе просто повезло, но сегодня удача от тебя отвернется. Да-да-да, огнестойкий, я понял уже. Сваливаем, Талион! Ты не огнестойкий, судя по всему. Горишь как сука. Нет, горишь ты не как сука, но вот убивают тебя как последнюю тварь. Капец, вы посмотрите, что творится-то, а? Мне срочно нужен Грог. А тут здание закрытое. Так, давай-ка, наверное... Не наверное, да? Это долбанный тролль? Это долбанный тролль. Затроллил, тварь такая. Так, Свал Петрович называется. Очень быстрый, очень мощный свалыч. О, там, кстати, самоцвет надо подобрать. Это я его взрывом бахнул, да? А здесь все горит. Где он там? А вот он.
Так, я все-таки возьму эту хрень здесь сейчас. Во. О, отлично. А зачем ты пополз сюда? Жаль, мы потеряли нашего бойца, но я теперь уверен, что мне нужно заново его взять, потому что он чересчур крут. То, что он там бычится по поводу своей кровной вражды и что-то там еще ему не нравится, это вообще мне плевать на это. Или этого убить? Ну я хрен его сейчас убью, учитывая, что здесь такая толпа. Единственное, что я могу призвать же своего пацана. Чуть-чуть не успел. Вот чуть-чуть просто не успел. Так, ну все. Да? Все, просто все. Карагор прибежал, это значит жопень. Надо сваливать. А между прочим, когда я починяю, по-моему, Талион немножко лечится. Или мне только кажется так. А где тут орк? А, вот он. Только не стреляй, только не стреляй! Отлично, да, лечится, и очень даже множко. Так, тут еще грок, да? Ну хорошо, давайте бухнем, что ли, а? Ребят, на одного Карагора не хочется тратить. Грок, давай прыгай. Какой же напряженный-то. Я даже не знаю, это не поединок, это какая-то хрень напряженная просто. А они все вместе месят гуля, то есть тролля. Или кто он тут, вообще неважно. Так, ребят, а давайте-ка напьемся немножко, а? Вы тут близко, да? Подбегаем еще ближе. И отлично. Это ничего не дает, конечно, но пофигу. Ага, не попал. Так. А сейчас попал. И причем практически насмерть. Не, не удастся починить, да, не успеем. Согласен, свал. Свал, мы починим кого-нибудь другого. Может быть, даже скрытно починим. Давай. Это не скрытно, это очень далеко, ну пофигу. Зато жизнь пополнилась. Да ты меня уже задолбал за сегодня, понимаешь? Иди нахер просто. Урода кусок. Пошли нахер все. Убегаем, Талион убегает. И горит. Горит и убегает. Убегает и горит просто. Горит и убегает. Отлично. Блин, и сразу же рубанули. Суки. Далее он продолжает нарезать круги, это уже приобретает какой-то просто стихийный оборот. Но плевать. Ага. Главное. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Отлично, все, успел. А тебя можно? А нет, не надо. Могут и убить. Так, давай-ка немножко отстрелимся, да? Нет, не отстрелимся, но стрел у нас нет. Здесь можно повоевать, в принципе. Чуть-чуть. Отлично. Да ладно тебе, Карагорище, блин. Нет, повоевать это не самая лучшая идея. Давай. О. Я не знаю, что это творится, я просто не знаю. Талион сам. Опа, какой. Что ты, фатально вкусный, да? До ужаса боится казни. Понятно. Вообще не очень какой-то. Все? Браток, тебе капец. Короче. Ты меня забываешь, что ли? У тебя что-то с памятью, да? Вызвать, что ли, нашего парня? Да я боюсь, что его порвут к чертовой бабушке. Он же такой фатально вкусный. О! А как насчет с троллем повоевать, а? Я все время забываю, что у меня стрел нет. Сейчас возьмем. Сейчас возьмем, Талион, не переживай. Вот, взяли. Все хорошо. Талион, Талион. Убегали он. А успеет? Тот долго заползает, но заполз таки, да? И сразу пополнил? Нет, не пополнил. Ну, лады. Да ладно! Перестал. Огнестойкий хренов убежал куда-то. Ого, Талион. А что творится-то? Что пошло такое, а? Как этот сраный тролль, блин, смог попасть, а? Тут заканчиваются долбанные орки, которых я могу себе подчинить скрытно. И тем самым пополнить жизнь. Но нет, нет, не заканчивается. Здесь еще парочка есть.
Где? На вышке, что ли? Серьезно, на вышке? Ну ладно. Давай, Тарион, давай. Ты должен выжить в этом поединке. В смысле? А, да. Так, окей. Ну, лучники мне как бы не помешают здесь. Тем более жизнь. Жаль, что шанс нельзя так восстановить. Застава, задний зин какой-то там. Не знаю. Я вообще не то рассчитывал сделать. Но тем не менее. Ладно. Так, а, это сволочь убегает, да, типа? От нас. Но от нас же еще никто не убегал. И что это было такое, Тарион? Что это просто было? Ладно, призывай на помощь, наверное. Он сейчас припрется, да? Приперся, молодец. Спокойно, ребят. Спокойно. Отлично. Так, а тебя мы подчиним, да? Не успеем. Потому что тут кое-кто решил сбить нам все дело. Успеешь, Тарион? Упырь, ты единственный, кого я здесь не подчинил из лучников, да? Так, это мой будет? Нет. Спокойно. Этого мы рубим, а этого починим. Лечиться надо, лечиться надо. Сейчас мы наберем кучу козлов и порвем тому 13-му жопу. Это уже просто дело принципа, да? Так, где тут еще олени, которых можно починить? Так, стой ты. Тот убегает, но ничего страшного. А он, сука, под защитой тролля, да? А если тролля потроллить? Вот так вот. Ага, его и хрен потроллишь. Ребят, как насчет убивать его, а? Я не понял, где мои делись, а? Все. Они туда какого-то хрена побежали? А зачем они туда побежали? Вот мне чисто просто интересно. Как это так произошло? Как так получилось, что они такой херней начали страдать, а? Склонись, мать твою! И, кстати, да. Раскрой нам вот этого личность. О, какой? Надо же. Горючий и неуклюжий. Ладно. Окей. Так, ну что, удастся нам это дело провернуть все-таки или нет? Угу. Где мои телохранители долбанные? Где эти орки, которых я вроде как сюда, блин, призвал и сделал своими прямо на месте? Вот где они все? А? Я вот этого не понимаю просто. А эту хрень тоже надо сломать, что ли? Нет. А что он тогда такое? Дракона какая-то туша. Ладно, плевать. Где мой пацан, а? Вот где он? Огнестойкий хренов отморозок убежал. Так, а ну-ка. Как я могу его отстранить, если я даже не знаю, где он нахрен? Ты что делаешь? О, этот какой-то крепкий. Может, захватим его? Удастся? Не удастся? Удастся! Почти. Да, надо сделать, чтобы быстрее захватывал. На самом деле, там вроде как есть такой навык. Истекает кровью? Иди нахер! Иди нахер, серьезно. Там наш пацан, по-моему, истекает кровью. Давай убежали, Тарион! Я не знаю, что Тарион делает, но он явно делает то, что я хочу, чтобы он делал. Это тролль его порвал или что? И что я могу с тобой сделать? Я поставить на ноги. Сука! Вот о каком убийстве была шла речь. Так, давай захватываем. Да захватываем его. Я не знаю, что здесь творится, но явно какая-то хрень не в нашу пользу.
Почему он такой непонятный, я не знаю. Так, ладно. Ну, это было не скрытно, надо плевать. Давай тебя. Хорошо. Наших все-таки должно быть больше, да? Поэтому подчиняем. Отлично. На. Тихо! Тихо ты, тихо, тихо ты! Так, там уже мочилово пошло. Я буду подчинять, сук, этих. Хотя рубить их на самом деле быстрее. А с другой стороны... Тихо! Сука. А это было четко. Согласен. Это было прямо очень даже четко. У меня вся жизнь сразу закончилась вдруг. Это было очень не очень. А что делал Тален? Нет! Вот урода кусок, а. Не-не-не, ты чё? Такого дерьма делать нельзя. Быстрее, быстрее! Защити нас. Молодец. Отлично. Тот придурок их призывает, я не знаю, со страшной силой. Мы не успеваем их отбивать всех. Это я своего, что ли, порвал? На тебе. Может его взять, починить себе, раз он такой крутой, а? Блокировщик сраный. Мне не нравится, что тут очень много плохих орков. Чужих орков. Быстрее. Опять, да? Опять 25. Крепко, крепко, хорошо. Угу. Я не понял, к чему это он, но плевать. Нам надо еще починить парочку. Где, кстати, они могут быть? Надо же! Это телохранитель, что ли, его грохнул? А он был живой практически полностью. Нет, разве? Так, и сразу все разбежались? Ну, надо же. Ладно, хорошо. Это был какой-то трэш, серьезно. Вот эти последние 15-20 минут, это был полный трэш. Но я не знаю. Зачем? Хотя нет, правильно. Все правильно, давай. Какой пират. Фигай себе. Такое. Ладно. Ладно, ты будешь нашим. А ты не будешь нашим, потому что ты очень плохо себя вел. Ты в меня кидался. Ясно. Отсюда выбегают орки, и, в общем-то, им нет конца. Лады. В следующий раз я думаю... В следующий раз мы вот этого козла обратно себе вернем. Потому что что-то он какой-то очень ядреный, и он поднялся. Он был 11 уровня, он поднялся до 15 сразу, с лету. Ну хорошо. Хорошо, что ж. На этом на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте лайки, пишите комментарии и... Ба-бай!